Сегодня в Мильковском районе серьезно продолжается ухудшение ситуации с природными пожарами. К сожалению, аномальная жара, сухая погода приводит к тому, что количество возгораний увеличивается, и их площадь тоже растет. Большое количество сил и средств сейчас сосредоточено в этом районе. Мы летали облет одного из крупных пожаров в районе Таежного. Там сейчас работает порядка 37 человек, 12 человек сегодня прибыли из Омска для усиления. Работает 3 гусеничных вездехода, которые проводят минерализированные полосы окапывания. Это самый эффективный способ борьбы с таким пожаром. Вот, кроме того, работает вертолет с водосливным устройством. Необходимая техника есть. В принципе, постепенно пожар локализовывается, но одновременно возникают новые термоточки. Соответственно, сейчас оперативно, в том числе по результатам облета, принято решение по перераспределению средств, и там, где возникают новые небольшие еще очаги, чтобы можно быстро их было потушить. Радикально ситуацию сможет поменять изменение погоды. Ожидается в конце недели дожди. Ну а пока все силы брошены на то, чтобы остановить распространение пожаров и локализовать те точки, которые уже есть.